Театр имени Моссовета с блеск релейный 300-й спектакль «Иисус Христос. Суперзвезда». Многие знают эту рок-оперу, написанную английским композитором Эндрю Ллойд Вебером по одноименному фильму, снятому в 1976 году. На этой же сцене спектакль, русская версия мюзикла, идет уже в зале всегда аншлаг. В спектакле играют три разных состава, и от актеров, занятых в постановке, требуется мастерство высочайшего класса. Ведь «Иисус Христос» — это одновременное сочетание и оперы, и балетных номеров, и драмы. Надо сказать, что все вокальные партии здесь исполняются вживую. Вообще, сама идея постановки этого шедевра мировой рок-музыки на русской драматической сцене оказалась довольно смелой. Если западные постановки рок-оперы чисто ревю, то этот спектакль, благодаря режиссерскому решению Павла Хонского, носит философский смысл, тем самым являясь ближе русской душе.